Это просто в Битцевском парке в самом начале. Вот автобус какой-то едет. Вообще здесь машины не ездят, им сюда нельзя ездить. Но почему-то некоторые проезжают. А за забором как раз палеонтологический музей, который закрыт оказался, к сожалению. Но ничего. Зато вон так все красиво. Это вон березки, снежок. И тут много таких дорог асфальтированных и много тропинок. Так что очень хорошо как раз. И тут ездят на горных велосипедах, но это летом. Так что прям можно заниматься, в поход ходить. Ну вот, это просто такой вид.